Добрый день. Позиция защитный чехол, силиконовый чехол для автомобильного брелка. Выпускается он в нескольких моделях. Мы их сейчас просто в этом видео обобщим. Предназначен он для защиты при падении брелка. Знаете, когда бывает, что ключи падают на пол, либо когда ключи в связке болтаются при езде и стучат о панель, царапая ее и оставляя следы. Представлены они в разных цветах. Более подробную информацию читайте, смотрите на нашем сайте.